У Гомельском державном театре «Лялек» отбылася премьера неординарного спектакля «Пліх и плюх». В вазе юных и дорослых театралов представили комедию с элементами черного гумора. У основу спектакля лег одноименный гумористичный верш немецкого поэта Вильгельма Буша. У этом творе рассказывается о пригодах двух шанюков – «Пліха и плюха», а так само их маленьких уладальников – братов Пауля и Петера. Упершыню верш был опубликован в 1882 году, лишится классикой дитячей литературы. На думку режиссера Юрия Дзівакова, спектакль различен на детей во возрасте от 7 годов. Однако батькам варто быть подрыхтованными до того, что постановка подается не в зусім звыклым для их формате. Тут нема маляўнічых декораций, на сцене пануе атмосфера по узмроку специфичных визуальных и гуковых эффектов. Самшон комбанист дух, мчаться с лаем плих. Жанр мы охарактеризовали таким образом, что это комедия с элементами черного юмора. Потому что это стихотворение «Плих и плюх» было написано Вильгельмом Бушем. В нем большой процент составляет именно как раз-таки черного юмора и касающийся для детей и их родителей. Мне хотелось бы, чтобы зритель мог увидеть какие-то вещи, которые он, возможно, никогда не видел для себя визуально, звуково.